Ну, как я и ожидал, нужно перезапустить игру, чтобы звуки появились. Теперь бежать надо. Беги, беги, беги. А то утопленники ждать не будут. Только тут в одном игра сломана, потому что я не пролезаю мне через это. Значит, что-то не так. Ну, в смысле, я дубинку ломаю, решетку, по идее, он должен пролезть сюда, но он не лезет. Это по идее. Ну ладно, я проверю. Горький, чё, не можешь, да? Не можешь залезть? Будет, скажи примерно, что я был. Нет! Тебе пиздец. Никита не раскрывает подробности, чтобы он интересен. Будет интрига, наверное. Я чувствую, что нужно заранее. Блин, этот момент, по-моему, все половина игры где-то только еще не скоро. Он не лезет. Хочешь, я даже стрим включу, но не лезет. Сломанный. Лезет. Сейчас включу стрим. Есть, я на Зельде Твич. Я потом на Ютубе посмотрю. О, ну он не лезет. Ну, давай это? Вруби, давай я посмотрю, что там не лезет. Смотри, не лезет. Ты должен. Это, короче, дубинка сломала решетку. Потому что вода, может, это нет. Может, по ней ходить. Да, что-то, по-моему, такое было. Под мощностью где-то когда-то. Но это не точно. Ну, не знаю, ну, если нельзя было бы, то тут не ломалась бы решетка, но... Может, я что-то упускаю? Ой, нет, ты. Прямо надо пролезть там. Ну, короче, я тут еще падаю вот отсюда падаю вниз, да? Да, понял, чуть-чуть момент. Контур пробил дебильный. Ой, не знаю, ты это бегаю. Десятку бегает разве? Нет, не могу. А ты далеко был? Во, давай. Прыгнуть. Так и надо. Прыгнуть надо было, головой удариться о потолок, да? Так логично. И надо, сюда думать. По-моему, на чем резать мощно? Прыгнуть.
Интрига. Блядь. Здесь, по-моему, очень больно дамажит, если крюки ударят во второй. У меня странно списки есть вроде. Вы издеваетесь, жопу у вас. Крит с наркотой, давайте. Ради чего я круги наворачиваю? Ради чего? Помню этот момент, но я не помню, когда он дальше выведет. Так, надо быть немножко поаккуратнее, потому что пицца у меня нет. Анимация, да? Момент потом. Перестройка дебила. Ладно, все, уходи, потом посмотришь. А этот меня. Тут будет дробовик? Нет. Ну да. Да, шемка будет. Который будет говном, да? Конец игры. Да нет. В этой игре, по-моему, как такового говна вообще нет. Все вообще по-своему эффективно. Если попадать. Само собой. И несколько видов пистолетов. И кувалда скоро будет. М-ка, дробовик. Что-то еще было. Там ППшка что ли какая-то. Вообще игра длинная? Ну, по ощущениям, часов, наверное, больше 10, там, под 15, может. О, мой бог. Хотя, ну да, наверное. Дожаем на 2 и... Не, ну я не помню, блять, я выходил ее во времена, когда на Стиме даже не была, я не помню. Даже я не знаю, сколько она приходит. Если Никит говорит 15 часов, ну, то... Ну 10 точно где-то. Да уж.
Кого, чего, блядь, день, стрела, чё похуй, блядь. Загадка даунская. Типа надо как-то стать, куда светит тень, и куда-то выстрелить с лука. Ну да. Чё даунская? Только непонятно, блять, как ну, куда это делать и как-то ждать эту тень, блять, нахуй. Где? Где нахуй? Возле Ирины, что ли? Рита? Возле деревни Рита? Нет, Геруда там. Ну, Геруда, наверное, такая же хуйня, типа, блять, там ждать какого-то определенного часа. Ты именно что, блядь, считать его хуй знает когда, когда там, блядь, тень оборот сделает свои пучки. Когда тень попадет туда, вот просто, и там вот рожечка этот, дровишки. Все. Че рожечка, во, блядь? Дровишки, там такой алтарик. Нахуя тут написано, блядь, выстрелить стрелой. Ну, я дровишки разжигал. Светило. В смысле, светило в солнце или еще светило, блядь? Ну, я тебе говорю, дровишки. Дровишки, блядь. А что нужно делать настройки-то? Даже текущей задачи нет. Чё? Кого? Настройки, которые я вышел, поднялся. Ищи, блин. Чё, все помню наизусть? Ты же old school. Тир old school почти, да. Слушай, разбор полетов так край эфир будет. Я даже не представляю, я уже всю эту строку обошел. Может тут два входа? Бог. Пила. С подозрения, что здесь надо пройти. А. Еще один спуск. Я бы не заметил. Сломанная лестница, ожидаемо. Тут точно нет аптечек. А. Есть патроны. Сохранение. Это, конечно, хорошо. У меня такое меньше половины здоровья. Что не очень хорошо. Не очень хорошо.
Ой, только тебя не хватало. Как нас? Как всего на двоих? Не знаю, но по идее тут должна быть аптечка. Какого хрена ты тут родился? Офигенно. Хоть, не знаю, в каждой точке с хранением пуш-приступа клали, потому что... О, мой бог. Дерганной анимации ни хер попадешь по зомбям. Ну извините. Человек первого это. Тогда бы не делали их такими дерганными, как будто они без судороги испытывают каждую секунду. Кому нельзя. Это такая отсылка к инвалидам. Как говорят мандалорцы, мандалорцы, я таков путь, понимаешь, они таков путь, да. Лёша сказал, мандалорец ебаный бест, ебанул его. Ну если я не найду шприц, это бан. Это бан. Кабаны лови. Комнатушка тут явно что-то должно быть. Патроны хотя бы. О, шприц справа. Шприц. Это ручка. А ножка будет? Очень деликатно надо, блядь. 3 часа дня где-то. Ждать, пока солнце над ваш не прилетит. И выстрелит в него. Именно. Но... Типа, да? Ты иди на ждать. Ой, я уже... Чего нельзя количество счетов, часов подождать? Я даже в этом плане скорее лучше. Отвратить. О, шприц. Ну, не знаю, я уже большой, мне 26, я не пугаюсь. Ширяться можно, скажи, давай. Личная записка. Добро пожаловать в команду. Думаю, твой начальник уже объяснил тебе основные моменты. Но есть еще ряд вещей, о которых тебе будет полезно знать. Ну-ка. В тоннелях сыро и кругом лужи. Смотри под ноги. Спасибо. Перекуры раз в два часа. Самое важное. Начальник кретин. Тебе понадобится код для серии. Ты будешь мотаться. Ты сюда.
Так что запомни его хорошенько. Код 279X. Последняя цифра исчеркана, не разобрали. Короче, 279X. Благо, все заметки сохраняются в архив. Это уже хорошо. Да. Окей, теперь мы хоть в нормальном состоянии, здоровом. А, ну если последняя цифра зачеркнута, то да. Методом подбора. Это я могу. Подбирать буковки, цифры, я могу. Я знаю, что 279. Давай, один. Нет, да? 279. 279-3. 279-4. 279-5. Вот я же говорю, подбор решает. 279-5. Сохранится. Как помните? Еще решает в один. Да, не тут. Тут укол был. Я тебя заметил. Пугает меня. Да. Давай. Валит, я не хочу на тебя патрон тратить. О! Это от чего патроны? От шотгана? То есть я шотган не нашел, но нашел патрон. Это уже подозрительно. Ой, все. Ой, все. Жопу, ребята.
здоровье встали. О, вот и дробовик. Живем. Есть дрободан. Короче, нафиг. Знаешь, где самый сратый дробовик, Вадим? Где? Синдикейте. Не знаю, я до него еще не нашел. Он еще прикладом может обвивать. И он заряжен полностью. Офигенно. Камни с пистолетом хорошо. Так, окей. Все понимаю, но это лазейка была только ради дробовика, да? Ох. Блин. Александр. Да, Вадим. Не молчи. Не молчи, Вадим, Вадим, не молчи, вообще, вообще, не молчи, Вадим, да, не молчи. Не молчи. Не молчи. Так. Что, пугает игра, что ли? Ну, игра же край в эфир. Не мертвый бассейн, не мертвый космос. Край в эфир. Блин, я не понимаю, опять же. Это вот манера с Half-Life дебильного. Какая? Ни карты, ни хера. Thank you.
Понятно. Будь здоров, Александр, у меня был рот занят. Чем? Это был перерыв на черешню. Сразу понятно. Чё? Чё? Сразу понятно, Александр, да? Не сказал бы здоров за секунду. Им всё. Вспышку любят просирать. Все, скажи, хочешь, чтобы Александр болел? Да, все, я болею, блять, нахуй, пизда, коронавирус, пизда. Тут вынужден черешню брать двумя пальцами. Охуеть. Кушай лягушку, Линк. Кушай лягушку, блядь. Кушай ебаную лягушку. Так, куда мне пиздовать дальше? Какой-то мост. Западная Неклуда. Александр, я косточки черешни тебе проглотил. Все пропало. Это смерть бы, да, сразу? Смерть бы. Ты глотаешь? Я выплёвываю. Бывает, а если глотаешь? Такое... Меня не бывает, Вадим. К сожалению. Я вот проглотил, да уж. Всё пропало, Вадиму пизда. Всё проглотил, всё проглотил. Черешня прорастёт внутрь. Да, из жопы. Суки, дайте, блядь, какие мудаки. Надо потом маму поинтересоваться, смерть или не смерть. А вдруг она где-то застрянет и все. В жопе, например. И вместе с говном не выйдет. Привет. Да, все пропало, но... Тут явно что-то такое таинственное будет. Ладно, хоть как патроны не нужны, отдельные слоты. Как-то это статуя, блядь, с острова Пасхи.
Ты мне дам-дам, я гам-гам, я тебе дам-дам, да? Дай мне свой дам-дам, гам-гам, да? Так же, Вадим? Я не понимаю, в чем нужно дело. Могу дать совет, снимать штаны и бегать. О, может, я пропустил какой-то таинственный проход. Блин, можно пожёстче, да не надо, я... Радиус говнище. Здесь у меня тоже двери, там бракет. Это вы называете дробовик? Халтура какая-то. Ладно. И что? Чего я добился? Того, что... Двери нет, она была закрыта. Ну офигеть теперь, тут есть стекло, которое можно разбить, да? Нет. Офигенно, может, с оружием. Головоломка века, да? А, тут насыпано бензином, точно. Нет. Короче, пули, если не работают, то нужно найти зажигалку. Похоже. Короче, как-то нужно поджечь. Срань. Где-то я упустил зажигалку, похоже.
Офигеть! Это не приметная херня была с зажигалкой. Думал, это просто часть текстуры. Александр? Да, Вадим. Вадим, я слушаю, да. Да, я тут делаю. Да, ты не молчи, главное. Век опять приходил сегодня. Зачем? Я понял, что он есть. Так, все, зажигалка есть. Поджигаем и лужу бензина или чего это такое. А дверь открывается по логике вещей. В смысле не открылась? А это вообще не та дверь. Ладно, вот, похоже, это ключ от канализации как раз таки. Окей. Тут ничего больше полезного нет? Не нравится мне, что тут так все узко. Блин, я, конечно, рискую сохраняться с таким здоровьем, но, может, шприц найду. Пофиг. Так, слишком много прошел. Дор Лоцкий. Ой, блин. Ой, а ты еще кто, твою мать, босс? Ой, у меня здоровья мало, иди в жопу. Себе крутить, не знаю. Что меняется?
уровень воды или что? Похоже, он все боссы тупо ваншоты. Можно понять, что именно нужно крутить, чтобы жить. Похоже, он независимо от здоровья. В смысле электрический заряд, а где безопасное место? А, я понял. Я ничего не понял, но понял, что нужно делать. Опасное место на этом бордюрчике.
едой? Понял, нужно крутить, пока там накопится заряд, потом прыгнуть по моменту удара током.
Забавно. Кастана запустилась в момент смерти, но она не будет работать, потому что я уже умер. Ах, я нажал тап. Александр. Да, Вадим? У меня дилемма. У меня, короче, где-то 25% здоровья, может меньше. Но у меня аптечка. Аптечка восстанавливает все. Короче, рискнуть получить пару ударов еще и полечиться. Или полечиться сейчас. Просто я убил босса, а сохранения не было. Я не знаю, рискнуть или не рискнуть. Заводим. Да, тоже так думаю. Может вернуться к месту сохранения. Блять. Сука. А сука, сука. Ну, мне как раз хватило потока, чтобы убить эту бабу, которая меня напугала. Ладно. Сейчас можно похиляться. Более рентабельно. Так, окей. Знал, что она появится. Кроме того, у меня есть Юкон за пила. Пили.
год це ржавий ключ. Что-то еще полезное, какие-то патроны, припасы еще какие-нибудь, помимо шприца и двух врагов. Ну тут пила была только. Манишь? Нет. Просто пила пропила. Бля. Lock it the door. Нифига. Пила пропила было. А, похоже, вот. Вот, от этой дор. Да. Дор, дор. Ух ты, еще один шприц. Два шприца подряд, да игращий шприц. Только на теперь патроны нифига не дает. У меня одна обойма для пистолета и один патрон для дробовика плюс заряженный дробовик. Усика. Ну все равно сейвиться надо. Я даже испугаться не успел. А, сейчас успел. Ну, блин. Что такое? Мне не нравятся помехи и все красное. Как будто малиновое варенье все измазано. Зидор Будге везде. Нескончаемые коридоры из... Чтобы не Будги были. Какой-то Silent Hill. Еще музыка нагнетает. А что зачесалось? Какой это Silent Hill, алло? Какие-то руки, которые дамажут. А? Что? Куда? Куда ран? Почему руки дамажат? Они что, мне пятки щекочут из-за этого? Я дамаг получаю или что? Допустим, а куда? Куда? Эй, Будда. Thank you.
подожду, пока стамина восстановится. Че так медленно? Я успел. Блин, нечестно, я же успел. Это манера запуска сцены при смерти. Ой, сука. Нет, я успел, но игра такая, ну, типа, ну, решила, что я умер. Но запустила касцену. Кажется, я понимаю, почему теперь мне столько спецов дается. Короче, сейчас стамину не тратим. Тратим, когда нам надо будет. А, не сюда. Галлюцинейшнс? Am I going insane? Галлюцинейшнс. Shit. Destination галлюцинейшн. Что такое галлюцинация? Галлюцинация? Это когда переел кумыс. Когда шприцами перекололся, Вадим. Он был в противогазе, а я нет. Чаптер 3. Ну, хоть музыка приятная. Дайте засейвиться, пожалуйста. Как я и говорил, рядом с точкой сохранения, чтобы быть логично, логично.
мне мама написала смс. Ты в порядке? Тебе пора вернуться домой, я начинаю беспокоиться. Зачем портить атмосферу? Музыка же хорошая была, милая. Эти ДЦПшники опять пришли на мой район. Сначала одна сказали, иди сюда. Блин, хоть заново загружайся. Блин, тайминг какой-то странный. А, ну просто удерживать надо. Давай, валит ДЦПшник. Есть. Сама, если чилка, если что. Лучше, чем патрон тратить. Меня я, снова... кстати, Вадим играл в потасовку Warzone. Что за потасовка? Там Warzone Rumble есть. 50 на 50, который? Угу. И как тебе? Тупо мясо, когда постоянно на парашютике летишь, да? Александр. Ну там, да, мясо. Ну на парашютике летишь, да? Ты приземляешься, потом... Потом что? Потом бежишь, пыш-пыш делаешь, умираешь. Не знаю, мне не понравилось. Слишком много людей, слишком много снайперов, которые сидят на крышах. Которые тебя пока дождут, стреляют. Робот долбит. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, мимо этой херни не пройти. Безопасно для здоровья. Или можно, или, скорее всего, она ваншотит, я не уверен.
Вадим. Чё, делаем? Видим как? Того. Так, сейчас этот инвалид выйдет, а нет, не выйдет. Столпа бы не завела. У меня для них свинцовые подарки. Серьезно? Нифига вас так много тут, алло. Они еще зажимают. Тут, блин, дробовик говно, потому что он вообще по площади не бьет. Даже если. Ой, а в синдике Кати он дамажит полписечки, чё, блядь, даже по площади не бьет, чё. Чё, хочешь сказать лучше? Да, конечно, блядь. Шо то говно? Шо это говно? Теорема Эскобара. Так. Как телефон и Пабло Эскобара, да? Не знаю. Который я афера века, блядь, полтора чебурека. Тут, походу, Дон Будге. А, нет. Понятно, тут вообще с ними сражаться вовсе не обязательно. Главное сломать деревяшку. Или перепрыгнуть ее, что логично. Чтобы они не смогли идти инвалидами. Помешать. Ай. Переиграть меня. Ай. Камон. Чисто не успелся вся. Скажи, я всех инвалидов переиграю. Оп. Thank you.
траектории выбрать нормально. Оп. Подозрение, что нужно пулить с дробаша. Ну, я в личный кабинет сходил, я да, увидел, что у меня второе число защиты уже. Ран туди ди 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 ран. Ран, я сказал. Все защитили, потому что защита первая была. Ой. Тут даже одной пули хватает. Просто у меня там 3-3 одна группа, как бы. Велосипедисты. Чё? Споткнулся. Окей. Я смог. Что дальше? Инвалид в болоте. Патроны кончились. Вовремя. Я больше рисковать не буду, потому что лучше. Сыка. Момент здоровья. Подраться нет. Можно потом. Да. Да не пропадай. Я вот если что, я в сети вот я сижу, вот у меня в этой Дискорде, если что, там какие-то там. Ну я понимаю, мне просто пока вот сейчас вот только вот чертежами заморочек. Ну я, у меня он сохранен, да. Да. Вадим? Кто Вадим? Ты? Ага. Ты чё, чебурек? Я тут избежал своей толпы. А я лезу на гору Лайнеру, потому что, этот, как его... О, опять босс, что ли? Зельда сказала, что на гору Лайнеру можно зайти в 20 лет. Офигенно. Классно, да? Я в шоке. Мне опять... Такой вышел... Вышел босс такой, привет, я Вадим, босс. Вадим, а ты знаешь, какой завтра день? Какой день? Завтра 18 число. А, что за день? Завтра будет Heavy Rain. Диме. Тяжелый дождь выйдет. Тяжелый дождь, Детройт и за гранью души. Beyond the Souls. А еще завтра приедет второй монитор. Нет, игра закруче, чем Йонкс. Прикинь, тут дракон спит, блядь. Святилище мощь. Ебать. Thank you.
квестом шел. Прикинь, Вадим. Дракон! Он, короче, скверный покрылся. Ну они издеваются. Короче, там босса с сохранением почему-то нет. Но не важно. Нихуя себе хвостом ёбнул дракон, блять. А нет, я не внимательный наркоман. Оно было. Thank you.
Охуеть, блядь. Офигенно. То есть, либо забирай винтовку, как ты вертись, крутись, либо не забирай винтовку, но... Нахуй! Да, просто мута. Прошел вот источник мудрости. Хочешь скажу, что я пережил? Я пережил мутанта с генераторами в воде. Вот. Руки из-под земли, где все кроваво. Сейчас вот пытаюсь с питомцем Соника-бензопилиста убежать. То есть, либо забери эмку, либо беги просто без эмки в воде. Соник-бензопилист, чё, блядь? Ну, реально Соник-бензопилист, он как конченый бегает по карте. Ну, ты вряд ли вспомнишь, я с тебя стрим включу кусочек. В лесу, типа, или где? Нет. Короче, Неки, ты еще на гору на Лайнеллу пиздуй. Вот чисто вот ради рофла стрим включи. Ну, чё. Я не помню, там, по-моему, вернуться можно будет, облутать спокойно. О, опять тактанные мины рано появляются. Да. А если тебе в реале без лицевой? Ты чё, блядь, заходи после этого? Нет, не помню, как помню. Что-то так явно. Там поспать? Вот и правильно. Там на горе Лайнеллу испытание мудрости. Короче, хочешь скажу, почему говно? Потому что к тебе бежит толпа зомбей, прям впритык друг к другу, чуть ли не трутся. А он дамажит только одного. И они не разлетаются даже. Все, пизда пути. Тим, это движок первый Half-Life. Еще раз. Почему они не разлетаются? Это движок первый Half-Life, мальчик. Ну хорошо, но почему дамаг говно? Почему в упор два выстрела в голову нужно? Это тоже движок Half-Life? Не скажешь, что прям мега топовый дробовик, но он нормальный. Да, два выстрела в голову убивает. Почему? Почему два? Эй, давай. Почему два? Эй, давай. Ва-ва-ва. Делай.
А хоть еще чек ФПС еще приседает. Да, команда. Он меня бесит. Ну ты зачем? Он, во-первых, отвлекает, во-вторых, зачем? Дезморалит, когда опускается. Ой, это сейчас этот момент будет, ура! Или нет? А, нет, нет, да, казалось. Да, они к стене типа привязаны. Еще пальцы или что? Значит, такое было. Для каждого источника надо собрать по чешуйке дракона. Уже в курсе. Крепче! Вот тут, блядь, крепче держу, блядь! Да, заебёшь. Оп. Оп. Ну в жопу идите, пожалуйста. Домашних. Но они типа... Ну не суицидники, но они типа идут, и у них башка взрывается, и в неё кол вылазит, ранят. Кукалдирую тебя, кукол. Не, ну эти-то да, эти себя притыкают, эти про другую бабу, которая в белом типа. На чём? А, ну да. Вот. Ну как они призраки, они за тобой бегут, такие чик-чик-чик-чик-чик-чик, ну какой, блядь. Ты, разве это призраки? Они что-то сквозь стены не ходят как-то, а, нет, летает там что-то, да. Блядь, а это... А где тогда будет? У меня глюки, у меня вообще... Может, ты другой игрой спутал? Вон будки, да. Бейдж, это типа что там не поддается, типа, или что такое, да? Don't Bage, да, Александр? Чё? Типа Don't Bage, Won't Bage, это что, типа, не поддается? Ну, наверное, да. Где этот ёбаный дракон? Порож! Порож, блять, появись, пидорас! Где ты там нахуй? Порож! А я шорму сожрал. И рад. Домашнюю. Ничего, у меня в пятницу будет 30 лавашей, я столько шурмы наделал. У меня мать выиграла 30 лавашей, ты чё, блять? Охуенно. 30, сука, лавашей, блять. Чё, ещё хилок нет? Как бомж. Ну, выживай. Короче, древо рот даже. Она хочется припройти, блин. Ух. Только после меня. Что значит только после тебя? Я, чтобы знала, где ты будешь страдать. В смысле, я-то страдать? Везде будги. Ну, не, я хоть игру и проходил, но я в принципе помню более-менее. От чего я дамаг получал? Из-за того, что патрон, видимо, экономил. Короче, Порош выплывает из озера Хайли в 12 часов ночи. Ай, не спойлерить, ты малый. 12 часов ночи, пидорас, выплывает. Ебёшь. Вот нахера так делать? А, это стена. Как делать? Стена показывает. Ну, смотри, Каланин, а не JPEG. А, так. Нахера у меня вторая дубинка? Чтобы пиздить её. Ей. Как палка. А, окей. Ещё бишь, чтобы жить её. Надо было экономить патроны. Да, мёд, но я это прям...
Да хуй так делать аж. Вы полегче, блять, патроны-то бесконечно. Че, испугался Вадим, да? Нормально же общались. Это да, где-то второй такой скример был. Че, прям обосрался? Ну ты видел, как я начал стрелять, шмалять? Типа и тут я начинаю шмалять. Блин, у меня звук выключен был, не услышал. Там звук был у нее или нет? Она орала или? Орала. Да. Пошел. Да мне добавят эти школьники-убивцы, а примерно так хоуп и вижу. Финалки. Да. Нас снова бежит. Тут явно что-то должно быть, я верю, вот компьютер. Тут 4 ядра, 4 гига, да? Открываем все карты. Ах. Выплывает, пидорас. По всем канонам сейчас должна быть шприц. Оп! Будня. Ебошили. Время достать чешую пидораса. Ты же типа прошел этот многоквартирный комплекс там? Да. Ну, в смысле, я прошел босса, который типа надо крутить вентиля, чтобы жить. Там была еще одна большая голова или нет? Ну, это третий чаптер. Там на четвертом этаже была, или я не помню, короче. Я был уже на четвертом этаже, я с него ушел уже 100 лет. Ладно, это ему позже будет. Я не помню. Последовательность некоторые. Ах, сынок, ты в моей жопу тебе. Че, назад вернулся? Да я не знаю, был я тут или не был. Да чекай, нет. Нету. Хотя или была, или меня кличет, точно не помню. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не хочу доставать фонарик, потому что... Потому что одна тычка, и ты труп. Да. Выбирать не приходится. По-моему, тут где-то будет ловушка Делана. Ты тут был уже, блин, Вадим. Иди вперед. Вперед, это вперед? Это туда. Надо пометить эту метку, что этот пидорас вот тут будет лутовать. По-моему, я тут был. Нет, нет. Я назад вернулся. Или нет? Нет. Да. Или да? Или вы? Потому что вот там два чувака висели. Класс. Я вернулся назад. Я помню эти душевые дырки. А, ну да. Чё, дырки, блин. Это две двери. Был ты тут уже. Мяу просто. Тут я туда заходил, интересно. А, подожди, здесь я точно не был. Так. Мне похер просто. А кстати, погодь, там же есть функция две руки. Можно же взять и
телефон и пистолет, не? О, телефон. Как в голове, да, перевернулось восприятие. Мега. Так не делал до этого? Нет. Да ладно. Нет, я... Я просто что-то смотри, какая темная что-то. Помнишь, что у меня с этим проблем не было? Вот именно до этого и не было. Я ходил вот так. А я по харду, видимо. А вот, знаешь, типа, в чём... Это да, это нельзя, это... Ну, как бы... Руки заняты, говорит, извините. И точность страдает. Да, целиться точнее, да. Ну, это справедливо, как бы. Наверное. Чем назад идёшь? Навряд ли он тут где-то есть. Ой, тут навряд ли. Тут если есть где-то сохранение, то он точно дальше выйдет. Беги нахуй. Легче, блядь, бой. Бум. Game over. Я опять. Точно, кстати, М-ку забрать нельзя. М-ку патрон делки? Нет, М-ку за этой. За этой дверью. А, это мощный дерево в этот момент вообще так надо. Не, взять-то можно, но ты не вернешься назад. Я не помню. По-моему. Задумано, что ты будешь убегать и не сможешь ее взять. Ну это логично, потому что это физически невозможно. Че, я в дом спробую, да? Так, теперь я не испугаюсь второй раз этого скрумера. Не, ну вот эта сила, конечно, вот этого даунича полезная, который воздух поднимает. Ну такое. Это если бы она нормально перезаряжалась, а не... 3 миллиона лет. Ну нет, в смысле, ты же не можешь использовать один и подождать. И обязательно нужно 3 истратить, чтобы они в перезарядку ушли. Гениально, конечно. Потолок пробил.
внимательнее, Вадим. Вадим. Я думаю. Что? Скример снова поймать хочешь? Там вообще было что-то полезное? Там была обойма вроде для пистолета. Здесь. Так не стреляй на этот раз, да? А где она, кстати? Три патрона. Перезарядиться или пострелять? Думай, думай. Ладно, три патрона, не 10. Там все равно будут жирные враги в основном. Я вот не понимаю, нахуй делать клинки с ебучим бонусом на бросок, блять. Что за даунизм? Не был клинок с бонусом на криты. Ну, уже не страшно, на второй раз это не работает. На криты нормально, а на бросок нахуя, блять. Я чё, блять, за это копьё, что ли, блять, кидать будешь? КД, блять. Конечно. Явно что-то есть. Хотя, видишь, хотя бы здоровья побольше. На этот раз. Тима, как довольно линейно. Сложно что-то пропустить прям. Мне чуть не нравится. Да, выстрелы. Жирнич слег. Нормально. Школьник за углом, помнишь? Да. Че не школьник, цвицинник. Ой, блядь, ну на него дымовик ты, что такое? Так я мог промахнуться. Нет, ничего нет. Коробки. В смысле? Ну, в смысле, чё? Ради этого я шёл сюда, да? К чему я стремился, да? Ну, вообще, можете поле зрения побольше прописать. Да я уже привык. Консольной команды прописать. Подожди, тут по-умному. Да. Можете консольной командой прописать, как бы. Фов. Да. Ну, там. Типа. Слэш фов. Да бля, ща, не фоф, а вот эта хуйня. Как палку наискосом. Личку скинул. Вместо X там ставишь 1.2. Давай 1.3. Оп. 1.3. Это не точка. Что-то совсем зашквар. У меня же рука висит в воздухе. Или это не рука, это свитер. Телефон. Давай 1.2 тогда. 1.2. Блин. Вот так вот. Идеально. Так просто легче будет объекты на полу разглядывать. Да, спасибо. Так.
Что, у нас прыжки для девелов, да? И что? Так тут все, он не прыгает, игра сломана. А, нет, прыгает. Ой, блин, начинается. Ненавижу такое дерьмо. Бум. Я терпеть это буду. Нихера. What the fuck is that? Я терпеть это не собираюсь. Не собирается, терпеть не собирается. Забудь, тут так нельзя. Просто будги. Ну, будги, да. Да, как-то немного искажается, конечно, из-за поля зрения. Конечно, 1.1 поставить. Можно просто нажать консоль и там то ли тап, то ли стрелку вверх. Будет будки. Слышишь? Слышат. Я думаю, Илюшка в Зельда передосе сегодня не придет. Как вы думаете, Никита? Че, Илюшка? Илюшки Зельда передос. Он не придет сегодня. Ну если. Кто знает, его до сих пор нету. Обычно он к этому времени появляется. Он сегодня позже выебал вроде. Насколько позже? Ну он еще 2 часа дня вроде был. А этот пидор спит как минимум часов 10, мне кажется. Мне кажется, он спит больше. Ну я сплю где-то 9. Вадим меньше всех спит из нас. Я ж котик, багматик. Так, я жив. Я жив. Так. Сохранения до сих пор нет. Игра издевается надо мной. Самое, знаешь, смешное не. Даже с максимальной заточкой вот этой вот этим мечом. Кентавры, и их еле ковыряешь, блядь, все равно, блядь. Я не знаю, блядь. А может, кентавры, они. Они кентавры. Они такие ультимативные враги. Ага. Ты выбросает вызов. Это памятник коммуне. Ой, ой, блядь, я сейчас жопа сгорит. Ой, пока, Вадим, на 2 часа. Догадываешь, что тут будет? Нет. А сторону света хорошо знаешь? Нет. Ну что, дайте. Можно хотя бы сохраниться? Не знаю. Иди давай, решай. Твоего пока вроде не будет, головоломка будет. А, ну головоломка. Фигня. Или она не щадывали там, вроде щад, не помню точно. Ну, лошади. Или собаки. Какие-то лавочки где-то накатали еще, или хоть на это.
Слишком джипяк. Что это? Куда это? Головоломка. Нужно знать. Забей. Нужно знать своих врагов лицо. Забей пока. Все, что я хочу, это сохраниться. Сохраниться. Ой, тут сохранения нет. А это что? А, ну это, ну, я не знаю. А это что? Как ты ее тогда повысил? Просто потому что это дневник, где загадка объясняет. Тут ничего никто никому не объясняет. Что объясняет? Ну, тут, например, мощно. Кто это? На таблеточки твои, видимо. Используй меня! Тут что-то написано, но у меня... Я не вижу. Если бы шумно летела, она тиха, как шепот во тьме, прилетела над рекой, она направилась на юг. Что тут не видно? Понятно. Все равно хищник крался бок о бок. Короче, птица на юг. Ясно. Надо сначала с птицей определиться. Птица синеет, цой. Дай лучше для зрения 1:1. Кажется, картинка. Нажми вверх или тап. Нажми вообще единичку. Вот так вот. Идеально. Где этот регулятор голубя? Ищи, тут заныкано везде. Голуби, блядь. Когда он там? Направо. Я причем не помню, тут надо... Относительно их самих или относительно общего компаса? Или относительно общего компаса? Хе-хе. Ох, окей. Регулятор голубя, это кто у нас тут? Голубь? Вроде да. Курлык. Вроде относительно их положения. Еще обходить надо и не запутаться. Это орёл, блядь! Я говорю, это не голубь. Да. Это голубь. Это сова, нет, это сова. Или голубь. Летим. Мамочки ебаные, блядь. Это голубь, бабочка такая летит, да? Блин, там что было написано? Юг? На юг? А, это орел? Или орел был там с орел? Надо вернуться назад и сфоткать это. Не тут. Не сюда. Не сюда. Это инертность персонажа. Короче, голубь юг, голубь север, король всех птиц оглядывался вокруг, четырехногий хищник крался бок о бок со своей жертвой. Сложно. Ребус не для Вадима. Ездовые животные не желали заснуть, потому что
Безжалостный дежавю. Безостановочно. Если почему ты не видишь, даже я на стриме вижу. У него же один глаз не работает, ты чё, глупый? Я не знаю, как должно влиять особо. Ну, даже не знаю, когда у тебя два, то как бы... Не два, а четыре, а четыре не два, JPEG не бросается в глаза. Чё, блядь? Ой, короче, я потом... Я Данил, сколько, два часа уже так... Я же сохранился вроде, да? Ты вообще не очень. В смысле? А чё нет? Солнца нет, вечер. Самое время думать. Хорошо, мы поняли, что юг это... Голубь. Сова. Король всех птиц. А... Орел, да, такие. Орел, ну понятно. Птит выше, чем сова. А как их двигать тогда? Загадка с пианино и Silent Hill была проще. Попереди тут. Ездовые животные не желали заснуть. Потому что становишься дежавю. Вещали, да? Вещало, ну да. Над землей. Ты знаешь, что орел, точнее, сова на юге, лошадь на западе. Сова на юге, лошадь на западе. Я сейчас по-своему решу. На кентавра можно запрыгнуть. Ебать, какие свежие новости. А я с ними не дерусь, из принципа, Никита, блядь. Так. Ну я не спорю, что я гоностык и говно, что я мотивация с ними дается. Где компас? Компас где? Смотри, саму статуэтку. Ну, в смысле, вверх, вниз, вправо, влево, это как это вообще? Смотришь, где она по статуе находится. Управляешь ее на запад, точнее на юг. Юг это прямо, да? Хуяма, блять, Вадим, посмотри, где сова находится сначала. Она на центре. Значит, на юг надо. Где у нас юг, Вадим? Впереди. Молодец, блять. Вадим. Юг. Ну юг впереди же. Александр, я что ему сказать? Знаю, что ему сказать, что ты хочешь ему сказать. Ну юг впереди просто. По компасу, да? Вот юг. Да? Ну вот же он впереди. Ну я не понимаю, не знаю. Не, ну сова куда смотрит? Нахуй. Она вообще смотрит в бок. Затычка, блядь, нихуя себе. В бок, да. А как сделать, чтобы она на юг смотрела? Точнее, была на юге. Смотрела, была. Так ее не повернуть же. Она так и будет в этом направлении смотреть. Ё-то не повернуть. Ты прав, Вадим. Может, кое-что другое сделать. Звуки модема. Приём, приём. Может, какие-то... Что тут написано? Чхарм? Цхарм? Просто граффити. Я, конечно, кентавр за точки, блядь. На 58 урона, блядь. Хоть бы как это характерные щелчки. А, нет.
ёб твою мать, да придумывают цикл говн. Вы, блядь, нихуя, ёбаные. Тайны света знать, пиздец. Блять, компас не перекрутили, сука. Да. У меня в моей комплектации компас не работает. Гироскоп тоже, да? Хоть бы тут что-то черкали в сторону света для дебил. Ну, а блять, если... ты вообще так их должен знать, это раз. Вторых, блядь, чуть-чуть непонятно. Breath of the Wild сюжет говно, мне кажется, вот так немножечко. Да нееееш, вот ты, блядь, сразу. Я обошла три алтаря, блядь, силу не обрела, блядь. А силу есть смысл куда-то брать, блядь? Где, а где силу брать, блядь? Где пауэр искать? Значит, на западе. Где запад, Вадим? На западе. Направо. Запад. Ну а где я? Что, каждый день в лес хожу? Дим, блядь, где запад, сука? Запад где, блядь? Где? Где? Запад, Вадим. Я орла бы... Он здесь. Смотри, если мы, блядь, да, вот Россия, США на западе, блядь, да, запад, дневающий, где запад, Вадим? Ну, где-то там направо, да? Как я тебе? Короче, компас. Да, чем компас? Я не могу ориентироваться. Я так понял, ты на улицу каждый день с компасом выходишь. Это школьная программа, блядь. Уроки географии от Никиты. Я болел тогда. Правка есть, а я сейчас найду. Да и учительница по географии мне палка не била, ты. Так, компас, да? Компас. Онлайн. Что такое компас? Компас нельзя скачать для регистрации. На SSD. Ты, блядь, сейчас стебаться будешь со мной, блядь, заебёшь? Заебёшь? Ну, тут, короче... Восток слева, север назад, запад вперед. А восток у тебя слева, блядь, я тебе еще ёбну. Ну так компас говорит, это, ну относительно меня. Вадим, west на английском, это запад, если что. Компас говорит мне, подсказывает. Прикинь, да? West, да, ты русский хотя бы гугли. Мне подсказывает компас, что здесь воняет. Ну, вижу, В, значит, восток. Значит, восток, В, значит, восток. Ну, мы выяснили, что восток это слева, хорошо. Да, а юг где? Юг... Направо, а не прямо. Направо, юг. Север вниз. Запад. Восток. Я его сейчас убью, нахуй.
Я понял. Понял, не бей палку, убери нахуй палку, не бей. Один. Где юг? Палку не трожь, не бери. Направо юг. Ну, чувак, я как-то мужик на западе, блядь, комойской шляпе. Вадим, где находится Китай? Давай будем попроще. Попроще. Китай — это тайны Востока. А от России где находится Китай? Где? Сука, открой карту, блядь, мировую, нахуй, блядь. Где находится Китай, блядь? Наверное, где-то справа. Значит, чё это, Вадим? Восток справа? Ебать, открытие! Вот это поворот. А где тогда юг, если восток справа, блядь? Внизу? Где, Вадим? Внизу. Охуеть. Но он внизу и стоит. Да, только надо учитывать то еще, куда животные смотрят. Да, но смотрит всегда направо. Тупое было. А что для животного будет югом, если оно смотрит направо? Сложно. Ребусы. Уходи нахуй со своими ребусами, я попал. Как тот мужик, который в мебе, который плазит, я ничего не понимаю. Ладно, давай, вот смотри. Сделай два шага влево, Вадим. Не выпал из лавочку, да? Вот, да. Поверни камеру на 90 градусов вправо, да? Два шага назад. 5 шагов влево. Так. Вот. Что для животного теперь будет югом? Если оно будет туда смотреть. На западе. Надо еще кнопку коня найти. Кнопку запада и юга найти. Я что-то подзавис немного. Ой. За 7 дней самый быстрый ремонт комнаты. О, таймшифт, разбор полетов. Серьезно?
Серьезно? Да. Сданутся. Предвестница суперход. Предвестница суперход. Я зелен. Ну чё ты хуйню? Я буду слушать. Некит. Чё? Ну чё ты хуйню? Да нахуй потом. Вадим думает, где запад найти пытается для лошади. Ой, жопой, блять, Вадим, она жопой на юг смотрит. Подсказка. Дикий Вест, Дикий Запад. Где чё подсказка? Ну просто для меня. Где чё? Дикий Восток. Просто Дикий Восток. Так я тупил. Жестко. Где кнопка Орла? Это я не видел. Глава Дим. Бля, что это такое? Да? Остался из зверей. Лев. Лев. Ух ты. Смотри. Это компас. Смотрю. Кстати, не помню. Надо. Может, надо и по этому компасу сойдить. Ты вообще долго думал над этим? Я? Ну. Я сразу понял, правда, не помню, как именно тут само решение. Типа, что надо каждому зверю. Куда он смотрит, или надо по тому компасу сводить. Это я не помню. Так, где я сохранялся-то? Вот, 1.06. Что? Там? Ой, короче, это... Голова заболела. Ребус, ребус, ребус и ребус.
точно.